Вопрос такого рода, можно ли делать операцию? Я хочу сказать, когда вы пишете комментарий под видео, убедитесь, что он остается именно в Ютубе. Я не могу никогда на него ответить. Очень много приходит мне оповещений на колокольчик с вопросами, но они под видео не остаются, и ответить на них нет никакой возможности вообще. Поэтому убедитесь, закройте. Если у вас серьезный вопрос, закройте эту страницу Ютуба, откройте ее и убедитесь, что ваш комментарий там висит. Потому что если он просто пришел на оповещение, я не могу на него ничем ответить вообще. Имейте это в виду. И не отвечаю, но в данном случае. Вот решила ответить так. Но вообще убедитесь просто, потому что ответить на него никакой возможности нету. Но изыскивать какие-то способы тоже нет никакой возможности и времени. В общем, можно ли делать операцию в такой момент? Ну, время сейчас сложное. Я уже говорила в прогнозе. Если вы в это еще всегда смотрите прогноз, да? Обязательно смотрите прогноз на неделю, на которую назначена операция. И, не знаю, выпишите самые важные моменты на бумажке, чтобы вы знали это. А сейчас я опишу, что я вижу. Видео это будет работать для любого момента, когда бы вы не открыли. Для всех, кого это интересует, а не так впрок. Впрок на это смотреть нельзя, что когда-нибудь я захочу, я назначу операцию там, или у кого-нибудь будет, это сработает. Нет, хорарная астрология, хор от слова час, работает по другим принципам. Вот у вас возникла эта ситуация, и до ее изменения вот она работает. Ну, вообще работает до изменения ситуации, но по практике гораздо. Я смотрела, через десятки лет срабатывает. Так. И еще хочу сказать, такое, это медицинская часть астрологии. И как писал один мой коллега, он врач-реаниматор и астролог, он постоянно давал прогнозы медицинские, он всегда писал под видео такую хорошую фразу: «Время неотложной операции выбирает врач». Но тут ничего нельзя сделать, как бы мы ничего не... Ну, так случилось уже. Если человеку не сделать неотложку, он умирает, да? А там как есть. Выживет, уже не выживет, это вопрос судьбы. Второй аспект есть такой, очень-очень серьезный. Он мне рассказывала его врач сама, когда ее мужа начался очень сильный приступ, его увезли в больницу, делали операцию на затмение. Он выжил, да, но она говорит, вот все, что патологии были по учебнику медицины, у него были. Ну, сейчас это давно прошло, человек живет. Вот такой тоже есть момент, и к нему надо готовиться. Если вы плохое время делаете, готовьтесь к очень многим патологиям. Поэтому я говорю, ну, смотрите все-таки прогнозы. И третий аспект есть, что если вы делаете операцию в момент, когда именно этот орган активен по астрологии, то тоже готовьтесь к возможным патологиям. Это надо учитывать, смотреть, о каком органе идет речь. У него помимо еще сильных кровотечений много чего бывает, вплоть до абсурда. И тоже это история из моей медицинской практики, что рассказывал, говорит, мой коллега-врач, у нее было три опухоли на гипофизе. Две она очень удачно удалила и дальше работала. После третьей операции пошла
на инвалидности. Мы разбирали, почему она делала его, когда Луна была в Водолее. А Водолей — это и есть гипофиз. Вот понимаете, человек стал инвалидом по такой абсурдной глупости. Просто абсурдной. Что не удосужился зайти спросить. 2 дня. Ну вот это такое самое-самое, ну, яркое. Можно, конечно, очень бесконечно, но эти мне случаи какие-то врезались в память особо. Так вот, перейдя к тому, что времени отложки выбирает врач, тут ничего нельзя сделать, но есть плановые операции, когда что-то там можно поменять. И это не так срочно, вот их мы рассматриваем. В данном вопросе, да, можно. Это определенно можно, но у человека само по себе здоровье не очень сильное, но при этом человек такой, ну, выносливый, можно так сказать. Потому что Луна в весах управляет этим вопросом. Луна в весах, она не сильная, но она стоит зато в очень сильном месте. В 10-м доме, самый сильный дом. Поэтому знак у нас дает ей слабость, но зато дает ей очень хорошую интуицию. То есть человек сам интуитивно должен ощущать. Его ощущения верные. Но при всем этом дает ему силу выживания. И вторым аспектом здоровья управляет Сатурн. Второй дом, дом здоровья в Козероге. 6-й дом в Тельце. Дом катастроф у нас в Раке. Ну, Рак, ничего, он еще выносливый. Телец тоже обладает крепким здоровьем. Так что да, да, их связывает благоприятный аспект Тригон, самые благоприятные. Да. Возможно, эта операция произойдет в течение 2 дней. 3. Потому что шаг 2,5. Да, если в течение 2 недель, то да. И 2 дней, да. Человек это переживет. Но так как эти планеты все-таки Сатурн и Луна, они не самые сильные. Ну, Луна как бы выживаемость. Человек это переживет, но оправиться ему будет сложнее. И еще что мне не нравится, единственное, что 6-й дом поражен зловещей звездой Алголь. 6-й дом — это как раз дом медицины, дом здоровья, но он не является как бы основным в карте, тем не менее, да. Но могут быть разные воспаления по Алголю. Какая-то побочка, которую вы не ожидаете, предусмотреть не можете, но в целом все равно, да, пройдет благополучно. Да, человек переживет, да, человек оправится, да, ему поможет, но имейте в виду, что все-таки побочки будет много, и готовьтесь к этому, и, ну, примите какие-то меры, что ли. Консультируйтесь с врачом. Что там еще? Ведите праведный образ жизни и выполняйте все рекомендации. Все, что могу сказать. А то, как делала одна моя очень хорошая знакомая после операции, которой сказали, ничего не делайте. Она вообще весь огород взяла, вспахала. Естественно, у нее начались какие-то воспаления, осложнения. И через месяц уже врач подозрительно спросил, вы что, домашнюю работу делаете? Он говорит, ну что вы, доктор, ну только ботиночки завязать. Ну что вы, там весь огород вспахан был. Ну все тоже закончилось, у нее было железное здоровье абсолютно. Все закончилось хорошо, операция была там не очень значительная. Человеку было под 80 лет, умудрился еще огород спахать. Весь огород перепахал. Вот этого делать в данном случае нельзя. То, что сказали, выполняйте жестко.
Я бы так сказала, чтобы не было никаких предпосылок. Вам сказали там постельный режим, значит постельный. Сказали там эти продукты не есть, значит есть. Или как некоторые еще тоже поступают, что им назначают лекарства. Они говорят, ой, это лекарство вредное, и выкидывают их в мусорник. Нет, вот тут так нельзя. Вот это основное, что я хотела сказать. Так что да, закончится хорошо, закончится благополучно, но, пожалуйста, если вы пишете, ну, убедитесь, что вы остаются ваши вопросы под видео. Я не могу отвечать, и каждый раз строить карту, конечно, тоже не будешь.